Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, ну и, конечно же, Екатитарелка летающая. Вот тебе и прилетели на тарелке, с чего ты это взял-то, ну объясни, пожалуйста. Мы находимся там, где каждый день по улице гуляют зеленые мужики. А может и бабы, я не проверял. Мы находимся там, где в любой момент тебе в голову из окна может прилететь летающая тарелка. И мы находимся там, где каждый день наяву проходят звездные войны. Здесь очень много радиации. А, так мы ж в Урюпинске находимся. Это и без слов всем понятно. Вон там, смотри, вдалеке зебры стоят. Это точно Урюпинск. То есть в Урюпинске по улицам гуляют зебры, зеленые мужики, и тебе в голову прилетает летающая тарелка? Да, я читала. Это на самом деле так, можете со мной даже не спорить. Я серьезно, я отвечаю. Да, с Катей нет смысла спорить, она каждый день в каждой серии Майнкрафт, но нам просто лютые факты о всех городах мира открывает. Урюпчане, если у вас реально зеленые мужики ходят, напишите в комментариях. Пишите, я-то точно знаю, поэтому не надо тут мне. Опять его высматриваешь, небось, а? Ну, а кого мне высматривать-то еще? Конечно, его. Опять он чудил нам что-то сегодня, как обычно. Да, не успели мы зайти в Майнкрафт. В первую очередь мы как бы увидели зебр. Впервые в пустыне вижу зебр. Но да ладно. Он нам сказал то, что сегодня нас будут избивать зеленые мужики. Кать, ты хоть раз в жизни видела зеленых мужиков? Ну, разве что только Шрека в нескольких частях мультика, а так вроде нет. Ну, я сомневаюсь, что сегодня нас будут Шреки коматозить, поэтому я не имею ни малейшего понятия, что с нами сегодня будет происходить. Какая-то радиация, какие-то звездные войны. Ну, отправимся... Так как обычно? Там деревня виднеется, смотри. Точно? Ну, пойдем, может, там что-нибудь прикольное найдем. Чур, мне алмазы, потому что ты в последнее время, ну, уж слишком наворовался. Ну, слишком. У меня в инвентаре, кроме одной гранаты вот этой, ни черта нет. Вот, все. Ну, и теперь она моя будет. Я думала, ты ее выкинула, я могу подобрать. Привет. Пошли в деревню, давай. Алмазы мои. Ага. Жопа с маком будет твоя. А если я алмазы найду, я их себе заберу, хорошо? Еда никогда не будет лишней, даже там, где полно радиации. Кать, помогай! Да не хочу я не копать вот это, сам копай давай. Когда проголодаешься, тогда не проси у меня, пожалуйста, пожрать, потому что вот эту всю пшеницу я заберу себе. Ты сильнее, вот ты и собирай, а потом будешь делиться со мной. Борщицок забабахаем. О! Жираф. Какой жираф? А вон, глянь, жираф идет. Реально жираф? Не надо так больше делать. Ты что, жирафы это вообще-то вымирающий вид животного, занесенный в Красную книгу на 137-й страничке. Можешь прочитать. Всё, раскудахталась опять. Все, пошли, на, вот это, семена будешь кушать. Так, в этой деревне 100% должно быть что-то полезное. В каждой деревне есть что-то полезное. В каждой серии, когда мы сюда приходим... Опа, ядрёна пердоха. Ой. Там еще и вот этот песчаный данж. А что у них за собрание? Пойди, опять нас обсуждать собрались. Наверное, да, какие мы плохие. Так, давай по домам, Кать, и будем что-то искать. Давай. Давай. Здесь ни черта, пусто. Заходи. Оп. Ты в курсе, что под себя в Майнкрафте просто можно блоки ставить и подпрыгивать? Какие алмазы? В этих зданиях никогда сундуков не бывает. Ага. Смотри. А мне оставило 4 яблока, да? Ну, спасибо и на этом. Собака. Подожди. Тут еще какая-то штука прикольная. А ну. Смотри. Это леденец или ручка? Кого? Что-то вообще связи с зелеными человечками и мужиками я не наблюдаю. Что это за ложь? Это роза? Катя, Кать, ты попрыгала, ты смотри, куда попрыгала. Стой на месте, стой. Подожди, мне страшно, подожди. Так слезь с нее к чертовой бабушке, если тебе страшно. Откопай нам выход, ой. Да сейчас еще умрешь в блоке, выходи, слезай с этой шайтан-машины, Кать.
Подожди, подожди, а может быть я смогу на ней передвигаться? Нормально так, а? О, круто, я ее оставлю себе. Кать, мне вообще не нравится, что сейчас за наркомания происходит. Прям вообще не нравится. Мне нравится. Можно я оставлю себе? Ну, пожалуйста, ну можно она пойдет с нами? Нет, слезь. Я назову ее Олень. Кать, хватит, пожалуйста, слезай с нее к чертовой бабушке! Да ща-ща-ща, мы с жителями тут покукарачимся немножко, познакомимся. Не надо с жителями кукарачиться! Да ща, подожди, нормально все будет. Мне так нравится. Я походу понял, что за зеленые человечки в этой серии у нас будут! Ну слушай, собака! В дом давай, быстро сюда, в дом забегай! Подожди, подожди, а как оленя-то с собой забрать? Подожди. Это не олень, это лошадь, оставь, заходи в дом, быстро сюда, давай ко мне! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, что такое-то, что такое случилось? Так, а сейчас, пожалуйста, вот, ты, наверное, не поверишь, что я тебе сейчас скажу, ты ничего не видела, да? Нет, я хочу забрать только оленя своего, он там стоит одинёшенько. У тебя есть 3 попытки угадать, что я сейчас видел и прямо сейчас продолжаю видеть. 3 попытки. Ну, червяк с ногами. Ну, как бы почти близко, но нет, не червяк с ногами. Черный единорог летающий. Нет, не черт. Тебе что надо, чупакабра, уйди отсюда. Нет, даже не черный единорог. Ангелочки пукающие. И нет, не ангелочки пукающие, ты вообще не угадала. Тогда давай выйдем на улицу, я тебе покажу быстренько, если он еще здесь. А это безопасно? Ну, как тебе сказать, если нас не похитят в ту же секунду, значит безопасно. Посмотри наверх, посмотри. Так что это мне не сказал, что это микроволновка летающая? Какая микроволновка летающая? Это НЛО! Зеленые мужики нас забирать в космос на эксперименты будут! И шланг нам в попу вставлять, там узнавать что-то про людей! Успокойся, инопланетяне очень дружелюбны. С чего ты взял, что они будут нас забирать в космос? Они просто хотят поздороваться. Вот скажи мне честно, ты хоть одну серию Майнкрафта НЛО видела, где кто-то был добрым и не пытался нас убить? Ну, вообще нет, но инопланетяне, они добрые, я точно знаю. Откуда ты это взяла, то что они... А вон он, смотри. Он реально, там кто-то прошел, там зеленая башка. Там инопланетяне, пойдем поздороваемся. Иди ты в дом, заходи в дом, быстро в дом заходи, сюда, давай, давай. Не-не-не-не-не. Кать, он не добрый, он не... Ёшкины картошки, что за туса реально, пацан Трэй, вы что здесь все... Они тоже, походу, обосрались, когда летающую тарелку в небе увидели, так же, как и я. Тихо-тихо-тихо, давай последим за ним. Может быть, чем-то интересненькое узнаем, какую-нибудь секретную тайну человечества. А, вон он, вон он, вон он! Смотри, в дом зашел. В дом, вон какой он. Какой дом? Вижу, башка там ходит. Так, Катя, я помню тихо, то, тихо, что... Сюда. Пошли за мной, пошли за мной. Там есть данж, давай в данж. Может, мы в данже что-то полезное найдем. Давай сюда за мной, быстро. Эй, какой ты недружелюбный, молодой человек. В смысле недружелюбный, Кать? Это инопланетяне, зеленые мужики. Они никогда не бывают добрыми. Ты что, фильмы мало смотрела? Они, как обычно... Как раз таки я смотрела фильмы. Они там все такие, привет, человеки, мы хотим с вами общаться. В каждом фильме про инопланетянина они хотят захватить эту планету, истребить все человечество. Ты, наверное, не те фильмы смотрела. Ой, ладно, давай не будем спорить. Будет, что будет. Если что, будем отбиваться. Если нет, будем дружить во имя космоса. Все, давай за мной. Только, пожалуйста, плиту не ставь никакую, хорошо, я ее себе заберу. Если здесь будут алмазы, алмазы будут мои. Так, здесь есть золото и порох. О, 2 алмаза! Ху-ху! Ты что, угораешь? Ты опять алмазы нашла? 4 алмаза! 4 алмаза у меня уже! 4! А я нашел себе книгу на починку! Ой, тут изумрудиков много. Ну, изумруды можешь себе забрать. А патроны я себе, кстати, заберу. Опа, у меня пушка нет, осталась. Патроны я себе заберу, так, потому что у меня реально уже патроны кончаются на вот этой пушке. И все, ну и порох заберу, чтобы потом из пороха еще одни патроны скрафтить. Отлично, я сейчас тут всякую помойку выложу в эти сундуки и можем отправляться. Хорошо, выкладывай помойку всякую в сундуки. Угу. 4 алмаза, 4 алмаза. Я же сказала, что в этой серии все алмазы будут мои. Ага, все, пошли за мной. Привет. Так, я сейчас проверю обстановочку. Ты за мной, не шумим. Я, если что, агент под прикрытием, поэтому давай, за мной давай, ты давай. За как за спиной, поэтому нормально все выходим, шевелись, смотрим. Шевелись, шевелись. Так, пока все что... вроде норм. Да потому что деревня в другой стороне. Конечно, все норм. Здесь деревни нет. Так. Ага. Уже 2 тарелки Ой. Летают. Там 3, 4.
Там 4 зеленых человечка. Еханый баба, я туда точно не пойду! Иди сюда! Кать, спускайся вниз, пока нас не заметили! Иди сюда! Иди сюда! Тихо, там две микроволновки целые летают! Это не микроволновки! Хорошо, пусть по-твоему на зеленые человечки, их там уже четверо. Ну так они дружелюбные, так, я хочу посмотреть, ну иди тогда поздоровайся с ними, они а дружи... вот и пойду и поздороваюсь вот с ними. Ну вот... давай, иди поздоровайся с ними тогда, если ты хочешь с ними поздороваться. Если что, если они меня забирают, я улетаю без тебя, ясно? Хорошо, и тебя шланг в попу будут вставлять, а мне не будут. Они жители бьют. Да, они же дружелюбные. А, он меня увидел, бежим! Они же дружелюбные. Бежим! Инопланетяне же все к чертовой бабушке дружелюбные. Прячься за угол! Иди сюда, сейчас засаду им устроим. Иди сюда. Он мне прям в глаза посмотрел такой, сказал, те кранты, я прям это видела. Вот если бы они жители не ударили, я бы и не подумала о том, что они такие злые. Чего? Кать, они над нами будут ставить эксперименты. Они, наверное, хотят узнать вот своей вот этой вселенной, кто такие майнкрафтеры, хотят нас похитить, реально эксперименты над нами ставить. Я тебе говорю, они тебе будут что-то зас... Ты Биба. Биба. Его звали Биба. Пришельца звали Биба. А ты друга своего увидел, как он умер? Боба. А, Биба и Биба. Две Бибы. Да, у пришельцев, как я вижу, не очень много фантазии. Одного Биба зовут. Мне тоже надо пестик взять свой. Бери свой пестик в руки, перезаряжайся. У тебя есть еще патроны? Потому что у меня осталось... Все, у меня нет больше патронов. Так я взяла в данже патроны, все себе забрала. Ну так и поделись, жадина, говядина! Ну, не знаю. Так, на патроны. Ага, спасибо. Все, пошли давай. Угу, пойдем. Так, аккуратно. Эти тарелки как там находились, так там и до сих пор и летают. Они жителей избивают до сих пор. Слушай... Все, надо уже срочно их атаковать. Надо уже срочно, потому что если это первая деревня, которую они хотят захватить, то я уверен, что она не последняя. Ага, и поджигают все здесь! К чертовой ба... Ого! Они деревню обстреливают! Они деревню обстреливают с тарелок вот этих! Слушай, идите сюда! Все ты сюда! Подошел! Я уверен, что и мы все сможем решить мирным путем! Не сопротивляйтесь! Ага. Написал Вова. Или Боба. Станет только хуже. Хузе. Ага. Сдавайтесь с миром! Ага, еще что? Ага, как говорится, русские не сдаются! Ты же не русский. Без разницы, украинцы, португальцы не сдаются! В атаку, Катя! В атаку! Так я Бебу убил! Бебу! Вернись обратно! Катя, у нас другая... Обратно вернись, у нас другая цель! Что? Ты... Ушел оттуда! Ты что, никогда в игры не играла? Главная цель не... Стреляй, у меня патроны кончились, стреляй! Тихо! Главная цель не они, главная цель... Тарелки! Они же бесконечно здесь будут появляться. Надо тарелки сбить, и потом они все уйдут. А, это типа как главный босс в игре? Это как главный босс. Ну погнали тогда на крыши и залезем, и прям доберемся до них. Пошли. Если будешь видеть кого-то, отстреливайся. Я беру вот эту тарелку, которая ниже. Так, давай, ага. Может быть, которую выше, а мне которую ниже. Какая разница, я стреляю в эту, я не знаю, сколько там надо. У меня поджог! Тихо, они нереально поджигают. Я не знаю, сколько у нее там жизни, сколько надо ее стрелять, чтобы сбить, но я надеюсь, что немного. Они у меня стреляют. Патроны нужны? Ну как, у меня еще 26 штук есть. Нормально справишься, если что, за подмогой приходи. Да, давай вот эту, которая ниже, вали. Вали. Так, она взлетает, ребята, высоко взлетает. Давай, стреляй! Дело, что ли? Стреляй! Мы её подбили! Минус одна, Катя, у меня патроны кончаются, нужны патроны! Давай сюда на крышу быстрее. Давай, сейчас иду. Отбивайся! Он все поджигает здесь! Тихо, я заряжаю, подожди. Выстрел. Патроны, быстро. Так, патроны, как тебе половинить-то? Так, держи патроны. Давай, стреляй. Если что, прикрывай меня. Хорошо, давай. Буду прикрывать. Стреляй по тарелке! Сбивай! Стреляю!
Так, Надя! Убил бабу! Убил бабу! Бабу убил! Бабу-то за что? Бабу-то за что? Его зовут так баба! Баба убил! Собака! Перезарядка, перезарядка, перезарядка! У меня тоже перезарядочка, перезарядочка, перезарядка! Давай, сбивай, сбивай, сбивай! Я постараюсь, давай, блин! Все, мне кажется, она сейчас упадет. Убил Бибу, еще одного Бибу убил! И последний! Еще один Биба! И убил Вову! Еще и Вову убил! Сейчас тарелочку добьем! Давай, давай, прессуем его, добиваем, добиваем, еще чуть-чуть осталось. Давай, давай, у меня патронов немного осталось, 9 патронов, прессуй, так, прессуй. Давай, он еще пытается пуляться, давай. Патронов нет, все, нет патронов. Подожди, подожди, смотри, смотри, все, вот все. Нет. Да. Он сдох? Все, да, мы победили. Ну как победили, вся деревня, конечно, горит, но в принципе, да, победили. Так давай потушим. Все. Зеленые мужики, Шреки, нафиг. Фу, ну и стресс, конечно. Мы предотвратили вторжение пришельцев. Знаешь, кому расскажем, не поверят. Никто не поверит. Точно никого больше нет. Я надеюсь, что никого больше нет. Вот сейчас, пока они не начали нас благодарить, не благодарить вообще, как бы не нужно благодарности, мы всего лишь ваших жен спасли, детей. Пошли, Кать, пошли отсюда быстрее, пока новая партия сюда не пришла. Пойдем, пойдем, слушай, я теперь меч могу алмазный сделать благодаря этой битве. А мне сделаешь? Ну, в следующей серии, может быть. И следующая серия выйдет, конечно, если нас все же не похитят и реально не засунут шланги в одно место, вот. Ты смотри, какая маленькая! Ну где бузечки такое, пердусечка такое, зебрит полосатая, давай ее заберем с собой, пожалуйста, такая маленькая бузечка, халясяня, мягонькая, с хвостиком такая, копытки, носик такой, типа, Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage.